Здравствуйте, перед вами коляска Барс. Здесь есть сзади удобные кнопочки. Можно отрегулировать ручки под себя. Вот таким вот образом. Также у коляски полностью капюшон закрывается. Можно сделать, чтобы вот так вот он закрывался. Опускаются ножки. Вот таким вот образом. И есть положение спинки. Вот это вот максимально лежачее, полулежачее, полусидячее и сидячее. Также коляска очень удобная, миниатюрно складывается. Вот здесь вот отводим, поднимаем. И колясочка вот так вот удобно складывается в трость. Здесь у нас фиксатор. И вот так вот можно будет ее переносить. Вес у коляски небольшой, в районе 6,5 килограмм. Приходите в магазин «Крашку».